Да, он пробил меня в четвертом, поймал меня в хороший момент, мои ноги загуляли, но я был в сознании. И я действительно, я знаю, что в будущем буду благодарен, что прошел через это, потому что я знаю, как люди ломаются, я знаю, как люди сливаются, и многие люди ментально слабы, когда оказываются в этом моменте. Было без разницы, я хотел его финишировать, я был готов умереть, я был готов убить. Тебе меня не побить. Я готов умереть.